Теория и практика инвестирования, куда вложить средства безопасно и с отдачей. Сегодня в Новосибирске стартовал первый сибирский форум биржевого и финансового рынка. Приехали эксперты, чиновники, руководители компаний не только из федерального округа, но и за Урала. Организовали встречу Новосибирский университет экономики и управления вместе с Московской биржей. Спикеры рассказали гостям о современных тенденциях на финансовом рынке, как правильно распорядиться деньгами, заработать на ценных бумагах и защититься от рисков. Опытом поделились представители Центробанка, Московской биржи и консультационных центров. Также участники форума обсудили инвестиционную привлекательность нашего региона. Напомню по ряду показателей, к примеру, уровню реализации проектов государственно-частного партнерства, Новосибирская область занимает лидирующие позиции в стране. Мы для себя провозгласили очень важными. Это кластерный подход в развитии Новосибирской области и парковый подход. Мы разработали документы, которые рассказывают, что это такое на территории Новосибирской области и как мы этому содействуем. Нужно сделать так, чтобы мы и на наш российский рынок вышли. Это нужно помогать компаниям. И вышли потом и на зарубежные рынки. Это очень большая работа.